Партнер рубрики «Мебельный салон Татьяна». Татьяна. Качественная мебель на заказ по разумной цене. Добрый день. Валютные вклады становятся все менее доходными. Кредитные организации снижают ставки. В крупнейшем банке страны даже для VIP-клиентов они не превышают 2,6% годовых для долларового счета. А можно ли как-то заработать больше? Эксперты газеты «Ведомости» предложили несколько вариантов. Первый – инвестировать деньги в микрофинансовые организации. Там возможна годовая доходность в валюте от 7,5% до 15% годовых. По закону разместить в них можно не менее 1,5 миллиона рублей. На практике МФО привлекают сумму от 20 тысяч евро и от 25 тысяч долларов в рублевом эквиваленте. Ставка зависит от срока вложений и периодичности выплаты дохода. В отличие от процентов по банковским вкладам, прибыль от вложений в МФО облагается 13% налогом на доходы физических лиц. Так что итоговая доходность будет даже ниже заявленной, но это все равно выше, чем в банке. Второй вариант – купить облигации, номинированные в валюте. Но весь доход от вложений в еврооблигации также облагается НДФЛ. Причем не только купонные выплаты, но и доход, полученный от изменения курсов валют. Это правило денег.